Привет, друзья! Хочу еще раз пройтись по теме, по очень важной теме безопасности вашей и особенно безопасности ваших детей. И особенно безопасности ваших детей. Ведь взрослые, они достаточно взрослые для того, чтобы отдавать себе отчет о происходящем. И то многие этого отчета себе не отдают. А дети, они ведь дети, они до конца не осознают опасности. Они до конца не понимают, что происходит и во что это может вылиться. В Рубежном свободно гуляют дети. Катаются на велосипедах, гуляют по улицам, играются, веселятся. Не только в Рубежном. Это происходит во многих городах, где война идет, где война чуть-чуть отошла уже от города. Но я говорю на примере Рубежного, потому что я вижу, что происходит в Рубежном. Я вижу не своими глазами, я вижу глазами тех, кто там находится, кто туда приезжает, выезжает и рассказывает о происходящем. Так вот, в Рубежном запросто по улицам гуляют дети и взрослые. Я не пойму, родители этих детей, вы о чем себе думаете? В городе война. Война не ушла, из города стреляют. И это знаете вы, об этом умалчивают те, кто находится в Рубежном, конечно. Они боятся говорить о том, что из города стреляют. Но на самом деле из города стреляют. Залпы минометные, залпы РСЗО. И само собой в город летит обратно. А ваши дети гуляют по улицам города. Вы что себе думаете? Вы о какой безопасности можете вообще думать? Это ваши дети. В первую очередь, их не должно быть вообще в этом городе. Надо собраться с семьей и уехать из города, в котором идет война. Но если даже нет такой возможности, то дети не должны гулять по улицам. Они должны быть в безопасности до тех пор, пока не закончится вот эта вот вся ахинея, которая творится. Сколько это будет продолжаться, неизвестно. Месяц, два, год, пять лет. Но надо или уехать, или быть как можно дальше от улицы, быть в безопасности, быть в таком месте, где вас не застанет взрыв. Мало того, что на улицах валяются какие-то боеприпасы. Они не валяются свободно, их, возможно, пособирали. Но все ли их пособирали? Саперы везде прошли, все просмотрели. Дети, они гуляют не только по тем тропинкам, по которым ходите вы, взрослые. Дети, они везде, они в посадках, они в лесу, они в кустах. Они бывают в тех местах, в которые вы даже не заглядываете. И даже не специально какой-то предмет они могут зацепить, а совершенно случайно наступить, а боеприпасы могут валяться везде. Ну правильно, я ведь правильно говорю, согласитесь. Или вы не согласны со мной? Меня удивляет, что происходят трагические случаи на самом деле. И потом взрослые хватаются за голову, что как же так? Почему? Почему так случилось? А почему так случилось? Потому что надо быть дальше от войны. Приложить все силы для того, чтобы собраться и уехать. И переждать эту войну в другом месте. В безопасном месте для вас и ваших детей. Если нет такой возможности, то не надо выпускать детей на улицу. Они не должны кататься на велосипедах и гулять свободно по улице. Прилететь может в любое место. Особенно в то место, где находятся какие-то военные или их техника. Нет никакой безопасности и не может вообще быть речи о безопасности в тех местах, где находятся военные и их техника. Из Рубежного вылетает, значит, в Рубежное будет прилетать. К сожалению, вот такая вот реальность. Поэтому берегите себя, берегите детей, больше думайте. Думайте за себя и за тех, за кого вы в ответе. И пусть с вами все будет хорошо. Я очень надеюсь на то, что на самом деле вы благоразумные люди и меня понимаете.